Итак, ответ на вопрос от Анны Лазенко. Не могли бы вы подсказать, почему, по какой причине опции Hate Position, Hate Range не работают? И как это решить? Во-первых, нужно, ну, чтобы это все работало, нужно просто выбрать Materials, Default, Definition, ваш материал и Tessellation. В tessellation потом просто настроить scale, который будет показывать уровень displacement, и tessellation factor настроит, если приблизиться, то можно хорошо увидеть это все. Чем выше этот фактор, тем более детальнее сам displacement. И затем уже в самом материале, если крутить параметры height position, height range, то это все будет уже работать как нужно. Вот. Как-то так. Это все, что я хотел сказать в данном видео. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.